Дым от пожара в пригороде Караганды накрывает областной центр. Горит лесопосадка. Из ближайших дачных массивов эвакуировали жителей. Какая сейчас обстановка на месте, узнаем от нашего корреспондента Юлана Чао. С нами на прямой связи. Юлана, расскажите, локализован ли пожар? Добрый день. Мы находимся сейчас практически в эпицентре пожара. Здесь расположен штаб по ликвидации пожара. Пожар пока не локализован. Продолжаются локальные возгорания. Моей спиной здесь иногда появляется пламя, но в основном это, конечно, уже такие дымные пятна. Дыма очень много вокруг, и ветер сейчас дует так, что весь он идет на областной центр. Поэтому, в общем, чувствуют это все жители. Что возгорание произошло около 12 часов дня, и вот к этому часу до сих пор он не локализован, уже больше 4 силы, спасатели и всевозможных подразделений. По данным ЧС, сейчас здесь около 200. Да, я напомню, что это прямой эфир, и по техническим причинам эфир может прерываться, да. Да, я напомню, это Юлана Чаус из пригорода Караганды. Да, Юлана, мы вас слушаем, говорите. Мы оборвались? Нет, нет, вы в кадре. Смотрите, эта дорога... Хорошо, спасибо, извините. Эта дорога сейчас перекрыта для транспорта. Здесь только спецтехника. 40 единиц техники, видите, в том числе и коммунальная. Пожарная техника, конечно, не обходится и без традиционных хлопушек. Именно с их помощью в основном борются с такого рода пожарами. Пожар в основном низовой, но осложняется все очень сильным ветром. Порывы до 15-20 метров в секунду, поэтому, несмотря на то, что на территории лесопосадки, которая начала гореть, есть опасность,